Добрый день всем! Всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала! Вы на канале Тамара Савицкая Вязание. Сегодня итоговое видео, итоговый последний отчет по моему участию в совместном проекте «Бабушкины носочки». И я показываю результат работы, то, что было связано с самого начала нашего совместного проекта. И вот сейчас в конце 2023 года, в конце декабря. Вы видите на рабочем столе вот такая пара. Это тапочки-слитки. И вот эта пара, это мужские носки на размер 45-46. Они связаны из одинаковой совершенно пряжи. Пряжа пихорка. Сейчас я вам покажу. Из вот такой пряжи пихорка, детская новинка. И я покупала сразу 4 оттенка серого, от темно-серого до светло-серого и черного. То есть вот вы видите, вот здесь просто серый написано. Ну и соответственно вот здесь другие уже совсем оттенки. Вот это черный. Ну, я думаю, понятно. И, значит, вот эти тапочки-слитки связаны на размер 36-37. Эти, как я уже сказала, это размер 45-46. И вот как я чередовала цвета. Вот этот темно-серый, светло-серый, а этот светлее, чем вот этот, но темнее, чем вот этот. И подошва черного цвета. Подошва у меня укрепленная. К подошве я здесь использовала подмот. И сейчас вам покажу, какой подмот. Вот такой подмот, называется текстум. Это наша белорусская пряжа. Я живу в Беларуси. И пряжа эта белорусская. Значит, в 50 граммах 222 метра. И это, конечно, 100% акрил. Да, я не сказала, что вот эта пихорка, вот это тоже 100% акрил. И то есть вот здесь подошва, вы видите, платочной вязкой, и она связана, укрепленная подошва. Вот эти тапочки-слитки я вязала на спицах номер 3. А вот эти тапочки-слитки были связаны в две нити, они такие довольно толстенькие. И здесь использовались спицы номер 4. Здесь я использовала спицы 2,5 миллиметра, вот на эти носочки мужские. Значит, здесь что? Здесь попросили меня высокий длинный паголенок сделать. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, длинный паголенок сделать. Укрепленная пятка, пятка подкова. И такие здесь, такой здесь узор, что здесь вытянутые петли, узор с вытянутыми петлями, то есть узор из двух рядов, раппорт из двух рядов. Ну вот, и потом заканчивается подкова, и у нас идут для формирования красивого подъема, вот здесь у нас идут убавки с одной стороны, и с другой стороны вот идут убавки для формирования красивой стопы. И далее, здесь вот у меня, я продолжила дальше вязать резинку, вот до мыска. И когда резинка, вот такая резинка 2 на 2, продолжается до конца и до мыска, то есть формируется, ну, очень красивый внешний вид, когда человек надевает такой носочек. Ну вот, как бы коротко об этих носках. Подробнее можно узнать у меня на канале в моих предыдущих видеообзорах. Далее я связала в одном из первых видео, я связала вот такие носки на 36 размер. Здесь, значит, у нас валан или рюша выполнена. И, значит, это вязался тоже здесь, вы видите, пятка подкова. Тоже здесь идет аккуратный вот такой формирование вот такого скоса красивого на стопу.
Ну, вот такие, значит, еще связаны носочки. Здесь я использовала пряжу. Здесь пряжа накабуха. А вот эти вот отделка, да. Это я вам сейчас скажу, какая пряжа. Вот такая пряжа. Она называется Angora Magic Delicate. Вот такая тоненькая пряжа. И здесь по метражу у нас здесь, по-моему, в 100 граммах 500. Такая вот тоненькая пряжа. Когда я вязала мою французскую кофточку, у меня осталось довольно много вот такой пряжи. Она очень мягкая, приятная к телу. И вот остатки я использовала для вязания носков. Значит, это вот тоже носки связаны. Тоже вот в этом совместном проекте. И еще одна работа. Это носки на размер 40-41. Вот такие яркие, молодежные. Так, вот так покажу. Это связано из остатков пряжи. А вот бордовая пряжа, это акрил. Я заказывала специально для этих носков. Потому что там любительница у нас бордового оттенка пряжи. И я вам сейчас покажу тоже этикетку для вот этой пряжи. Значит, это вот такой вот акрил. Вот я связала на размер 40-41, связала вот такие тапочки-слитки, яркие, молодежные. И вот от одного моточка вот еще сколько осталось. Вот это, конечно, акрил тоже. И вот такая пряжа. В 100 граммах 230 метров, называется Alpine Fine. Пряжа для ручного вязания в два сложения. Вот такая вот пряжа. То есть связаны вот такие симпатичные. И здесь то же самое. Значит, я любитель сделать укрепленную подошву. Значит, здесь тоже подошва укрепленная. И я вот добавляла одну вот такую ниточку, оттенок, присоединила и связала вот такой, меланж, что ли, получился. И вот такие вот интересные. Сейчас второй покажу. И вот такие тапочки-слитки. В результате в совместном проекте у меня было связано, как вы видите, 4 изделия. Так, сейчас я их расположу в кадре, чтобы было понятно и видно. В общем, я их расположила так, от больших размеров к меньшим размерам. И вы видите, у меня готовы 4 работы. Я этими работами очень довольна и спешу снять отчет, потому что нужно эти мои работы, 3 из этих работ, это подарки, и мне нужно подарить, отвезти в другой город. Итак, друзья, приглашаю всех посмотреть не только мой отчет, мое итоговое видео, но и участниц нашего совместного проекта. Участницы совместного проекта, их все ссылочки на каналы будут внизу под видео в описании или в инфобоксе. Проходите, смотрите, вдохновляйтесь. Также хочу поблагодарить организатора нашего совместного проекта Татьяну Матюшину за интересный совместный проект и за организацию проекта. Итак, всего доброго, до новых встреч, пока-пока. С вами была Тамара Савицкая.